Вчера у меня был диалог с одним братом, и коснулась одна тема сделать что-то ради Всевышнего Аллаха. Он говорит: брат, ну я не знаю, но я если время найду. Я этому брату сказал: вот поэтому у нас и беда в нашей общине, потому что ты такие, как ты, все, большинство из вас, говорит, если время найду. Должен быть наоборот. Брат, я, иншалла таля, все это буду делать ради Всевышнего Аллаха. То есть распространять единобожие, что он. И если время найду, то иншалла таля подзаработаю, чтобы накормить себя и жену, и детей. Вот так, когда мы мыслить начнем, тогда религия распространится. Потом этот брат осознал, говорит: хорошо, брат, да, ты прав, действительно, я, иншалла, попробую. Этому брат сказал: брат, вот из-за таких, как ты, у нас беда. Потому что все говорите: попробуй. А если бы сказал: я сделаю, с дозволения Всевышнего Аллаха, а ты попробуй, поэтому ты пробуешь, тебя не получается, ты бросаешь. А тот, кто говорит: я сделаю, как сказал Ибн Аль-Кайм, рахматуллахи, тот, кто прибегает к Всевышнему Аллаху, чтобы снести с места гору, который приказал ему Аллах снести, он ее снесет. Если бы ты прибегнул к Всевышнему Аллаху, сказал: я сделаю, Аллах бы тебе обличил. А когда ты подходишь к вопросу: я попробую, поэтому ты будешь как что? Как пробовать. И навряд ли у тебя получится брать.